Опа. Опа. Опа, это не попа. Опа, это не жопа. Жопа, это жопа. Хорошо. Всем привет, с вами я, Ванюша. И сегодня мы с вами будем продолжать играть в Roblox. Да, наконец-таки продолжаем играть в Roblox с вами. И не удивляйтесь, почему у меня задний фон. Это моя, в принципе, большая комната. Вот. И... играем мы с вами на PlayStation, наконец-таки, вот. Так что хочу пояснить в том, что я PlayStation не покупал, мне его подарили. Так вот, домой голод, не переживайте, я заболел, осень у нас. Игра называется у нас как-то «Побег из тюрьмы», точнее «Prison Run», «Prison» — это тюрьма, «Run» — это бежать, «Беги из тюрьмы», начинаем с вами играть. Так. На вас камеру, наверное, очень редко буду смотреть, вот, потому что я буду очень часто здесь играть. Короче, погнали. Что у нас тут есть? Тут куча игроков. Туалет, соответственно. Это у нас что? Понятно, это какая-то камера. Хорошо, погнали. Здесь, получается, нам нужно выйти. Опа, опа, опа. Да, не удивляйтесь, почему у меня девчонка на французском, потому что у меня PlayStation интерфейс на французском. Так, давайте отдаление вот так вот. Опа. Опа, я никогда такую локацию не проходил и не проигрывал даже так на ровном месте. Вот, потому что именно я не знаю почему. Вот, ну потому что это не очень интересно, я теперь понял, что это настолько интересно. Так, а что делать мне надо? Опа, опа. Ну и я нажал. А, мне надо нажать туда? Или что? А, да, нажать. Так, короче, вот так. О, курайте. Что такое лох-то, я не пойму. Вроде бы все идеально. Нет, я не хочу покупать ничего. А что мне заново? А, нет, да, слава богу. Так, аккуратнее, потому что я очень сильно тороплюсь. И поэтому я думаю очень как дурак думаю. Хорошо, погнали. Так, опачки. Аккуратно, топ-топ-топ-топ-топ-топ. А, нет, даже вот сюда проходишь. Потом мы проходим вот сюда. Вот сюда. Так, здесь... А, это покупать. Вот бесит, вот это надо покупать, потому что порой бывают такие моменты, что именно выглядит, что нужно покупать, а на самом деле мне здесь ничего не надо покупать. Хорошо, я понял, спасибо, господи, что я покупку не оплатил. Вот, потому что у меня здесь все в евро, потому что, соответственно, у меня инфрит на французском, поэтому у меня все. Блин, выход только сюда, нажимаем сюда и идем сюда. Нажимаем и идем, блин, логично. Вы напишите в комментариях, хотите ли, чтобы я играл какие-нибудь игры на PlayStation. У меня есть на PlayStation, аккуратнее, ё-моё, игры, это у нас получается... Я надеюсь, можно показать. Вот, смотрите, у меня получается Minecraft, Crossout не особо-то играю, Mortal Kombat, Hello Neighbor, Hard Antique, вот эти три. Это у меня диски, а все остальные это купленные. Понятно, Mortal Kombat, это, подожди, какой Mortal Kombat, Roblox и Crossout бесплатный, Minecraft я все-таки купил, вот. За 2000 вроде бы, ну тогда это было не то, а сейчас они стоят вроде бы 40 евро, то переводится 4000, ну может это я ошибаюсь, я просто не помню. Вот, я конечно хотел бы снять видео с Hello Neighbor 2, ну если вам эта игра залетит и у меня наконец-таки появится в Дзене либо на Ютубе монетизация, то я таким образом могу зарабатывать, тогда я буду покупать игры на PlayStation, вот, если у меня конечно будет монетизация. Так, уходим. Вот сюда. Отлично, все нормально. Вот, но пока у меня монетизации нету, так что... я не туда зашел. Так что пока что я ничего не покупать-то и не буду. Так, подожди, я что-то не пойму, что мне здесь надо делать. А, вот здесь, я понял. Ага. Вот, так что вы все понимаете, это блогеры все так делают, у кого монетизация, то хорошо на этом вообще зарабатывает, тут понятное дело, что он покупает игры, а вы думаете, откуда блогеры только денег, они за свои? Нет, они именно вот так вот именно делают. Вот, так что если у меня появится монетизация в Дзене, это, конечно, нереальное дело, потому что Дзен у меня как-то не очень хорошо идет. Рутуб я вышел, но я могу обратно возвратить, конечно, но я не знаю, как там... Там, короче, условия, конечно, очень странные, надо понимать именно. Так, вот здесь открываем, ну и что мне предстоит делать? Ну, я нажал, и что дальше?
Подожди, а что мне это дает? А, это мне вот дед дает, ё-моё, или я не туда, да, это я туда здесь не догадался. Это меня, вот это меня дает аккуратнее, вот так вот. Вот. Ты, короче, поняли, да, ребят? Потому что именно монетизация мне нужна. Кухать аккуратнее. Так, топ-топ-топ-топ-топ-то вот так вот проходим. Так. Аккуратнее, хорошо. А, PlayStation я последний раз играл, точнее, вчера, а предпоследний раз я играл, может, полгода назад, потому что я, честно говоря, PlayStation не очень люблю играть. Нет, вы не думайте, что у меня так и стоял, у меня просто в коробочке лежал. Вот, под кроватью у меня же там, или под диваном, я не помню, вот. Под диваном, да. Вот, поэтому вы не думайте, что у меня так висит и тратит электричество. Вот, аккуратнее. Вот. Так, стоп, здесь у нас стекло. А что, А, вот сюда нам надо было, господи. Чего вот тут сидуки постоянно? Вот другие могут и ошибаться, я надеюсь, что они не ошибаются. Так, ну здесь получается прыгать только. Охренеть, ничего себе, подожди. Как это просто ускорение. Господи. Я, конечно, люблю такие карты проходить, но не настолько неожиданно, скажем так. Все, успокоилось, отлично. Так, опа, нажимаем. Так, вот сюда, опа, так, нажимаем, отлично. Я могу, конечно, и играть Roblox на компьютере, но проблема в том, что когда вы играли, на компьютере зависает именно, когда включается OpenS. Это, в принципе, у тех компьютеров, когда происходит меньше, но это настраивать надо, и, наверное, так, что у нас? Дверь открыта, и ответная сигнализация. Нет, не будет, это хорошо. Ведь единственный минус, когда, в том, что когда я выбираю карту, то проблема в чем? В том, что я не знаю, насколько это быстро, потому что я хотел бы не слишком быстро, не слишком долго проходить, потому что у меня PlayStation, там, те, кто не знает, у тех абсолютно PlayStation есть ограничение 1 час. Вот, и, в принципе, чтобы играть Hello Neighbor, мне придется несколько раз туда нажимать, туда-сюда. Так, подожди, откуда вышли, откуда пришли? Не понял. Непонятно, нет, вот это вот все. Выход, заход. Так, в принципе, я угадал и... Ё-моё. Я, в принципе, понял, но... А, вот так. А, это наверх. Да ё-моё, я не хочу покупать. Что, мне надо как можно пойти вот сюда. Добежать каким-то образом, мы добежали. Так, побег в тюрьму. Интересно, откуда в тюрьме эти камни... Не помню, как называются, неправильно. Теперь налево. Быстрее. Давай. Ух ты, под конец прям зашел. Так, открываем, и что мне это дает? Это вот сюда. А как я туда доберусь-то тебе? Знаю бы, я бы подобрался, конечно, но каким... это угадалка тоже поможет. Так, теперь у нас лабиринт мой самый нелюбимый. Я ненавижу проходить лабиринты. Что это здесь? Тупик. Особенно получается, что мне неудобно вот эти управления иметь. Чик-чик, вот так поворачивать. Так, здесь... А, угадал. Там был что-то небольшой лабиринт. Так, давай-ка я максимально... Так, ага, это у нас, я понял, аккуратнее, это получается вот так, щик. Так, пока есть время, вот так вот быть, так, опа, отлично. Ой, ё-моё, я могу попробовать прыгнуть во время тогда, когда это лазер будет, или нет? А, я могу прыгнуть его обратно, да, получается, или как? Сейчас, подожди-ка, откуда начинается оттуда, ага. Ну, либо это так эти коробки поставили правильно, так что, значит, прыгать тяжело будет туда. Быстрее, прыгаем. Все, мы сделали, наконец-то. Хорошо, заходим или что? Дайте, туннель, ё-моё. Так, господи, нет, пожалуйста, не хочу ничего покупать. А, меня так кинуло, должно, господи. Хорошо, мы еще пока что не до конца с вами прошли, давай. Опа, давай-ка проходим, опа, это не попа, опа, это не жопа, жопа, это жопа. Хорошо, дальше что? А, вот здесь наверх, давай, как-то говорим. Только прыгают, я, кстати говоря, хочу сказать. Так, аккуратнее вот сюда. Опа, здесь всегда диагональ, нужно по диагонали именно прыгать, чтобы там было больше расстояния, было удобнее. Так, что это мне помогает? Мне это помогает именно вот это. Так, отлично, дальше вот сюда. И прямо до туда, да? Ё-моё. Всё, подожди. Я ещё не... Ё-моё. Получается, что-то надо.
Так, ну это получается официально или кто их там? Ё-моё. Да не, у меня вообще здоровье неограниченное, да? А, нет, я бы стал ее заметить дорогу, покажу дорогу, но меня разбоел. Вот, господи. Голову надо не менять. Всё, всё. Верно, мы это сделали. Так, идеально. Наверное, я, по крайней мере, на это надеюсь, что это идеально, потому что если не идеально, то очень круто. Вертолетик, значит, получается, мы сейчас улетим на какой-либо остров на несколько лет, пока нас в розыск успокоится. Просто слышу, еще летит какой-то мод в этой игре. А второй, здесь хакер или как-то не хакер. Так, подойди, дальше. О, смайлики, давай вот этот возьмем. Нет, смайлик такой, да, ой, это агрессивный. Так, ну вот такой милашка, давай возьмем милашку. А нет, я хочу вот такой. Конечно, брови как бы злой будет, но да ладно. Все, делали или нет еще? Капец, тут ходить, конечно, надо много. Это не сюда. А, вот на зелененькую. Ой, ё-моё, пацаны, вы куда? Пацаны, вы куда идете? А, вы сюда идете? Ну, я сейчас подойду к вам. Так, вот сюда нажимаем. И... А, это сюда? Я думаю, на белый открывается. Хорошо. Так, нет, мы еще все-таки не закончили. Каким-то опытом, если мы улетели на вертолете, получается, мы прилетели в другую тюрьму. Так, что ли? Я, получается, понимаю или что? Я что-то не понимаю. Я не понимаю слова вообще ничего. Аккуратнее. Ё-моё. Так, отлично. Попытка номер два. Опа, 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 отличненько, опачки, идеально, просто идеально, вот заходи, заходи. А, здесь уже уровень 2, то есть такой же практически, где, конечно, прыгать самое сложное. Опа, 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 отлично. Так, все, мы вышли, надеюсь, из тюрьмы или нет, я не могу понять, сколько так можно-то, господи. Так, наверх, что, повторение, что ли, или что это, я не пойму. Так, вот сюда, подойди, я что-то открывал, нет? Или да, подожди, топ. Что-то знакомая локация, мне кажется. Что, повторяю второй раз, что ли, или что? Так, ну да, получается, я повторяю второй раз. Я так понимаю, вот здесь я закончил. А, да, все, я закончил, да. Вот, рестарт Саржемон, это рестарт какой-то. И это у нас идти к старту. Угу. Это мы заново начнем. Кстати говоря, тут есть еще один мод. Давайте мы выйдем с вами. Да, я уверен, либо уверена, здесь как бы в скобочках, буква А. Точнее, буква Э, это на французском, а буква А это для нас на русский перевести. Давайте еще раз зайдем. Мне казалось, вроде бы там был какой-то мод, но он что-то у меня не открывался. Так, Саржемон, загрузка. Так, играть, что у нас? I want Bantu, что это? Выберите сложный это для телевизора. Селекти, они для дефицилити, Фаси это легко, а авианту, то есть авианту это скоро, то есть следовать скорости, то есть получается скорость что-то будет у нас, получается на отлакаться, но я второй раз очень редко перехожу. Все, ребят, я так понимаю, мы с вами это прошли. Да, вот. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если у меня плохое качество видео, как я говорил, мне через YouTube надо доказать, что я дико извиняюсь. Я надеюсь, у меня, по крайней мере, хорошее качество качает. Это как его снимается. Так что всем точно спасибо. Всем пока!